Привет, друзья! Вы, наверное, думали, что мы забыли рассказать вам об итогах нашего дизайн-саммита «Витрина». Вовсе нет, мы просто очень долго выбирали вдохновляющий фон, как вы понимаете. Итак, про «Витрину». «Витрина» действительно была очень классная, и она, опять же, удалась. Я думаю, что это была одна из лучших, если не самая лучшая весенняя «Витрина». В первый день перед нами выступил Павел Ульянов, наш добрый давний друг, большой специалист, историк в области дизайна мебели, и он рассказал о мебели и стальной трубке, которую, можно сказать, родили в Баухаусе. Почему? Да потому что Баухаус отмечает в этом году столетие, точнее, мы отмечаем столетие Баухауса и все прогрессивное человечество вместе с нами. Ну и я надеюсь, вы тоже присоединяетесь. Лекция действительно очень интересная, очень полезная. Мне всегда очень нравится нетрадиционный взгляд на вопрос, который демонстрирует Павел. Продолжили наш саммит братья Полтевы. Станислав и Денис, специалисты в области дверной фурнитуры, ну и основатели, соучредители, можно сказать, компании Furnitec, которая предлагает самую лучшую фурнитуру со всего света. Английскую, американскую, французскую, для дверей, для окон, ну и, конечно, для мебели. Это сейчас тема очень востребована, и там есть много нюансов. И самое главное, то, что там есть огромные возможности, которые позволят кастомизировать вашу мебель так, что больше вы нигде ни у кого такой никогда не встретите. А вот Артур Кулешов, руководитель представительства компании ТЦ «Северо-Запад», представил тему инженерии, на мой взгляд, довольно необычно. Он показал, как инженерная сантехника ТЦ, инженерные решения ТЦ работают на эстетику, находясь как бы за пределами ее. И, в общем, вот эту вот грань, тонкую грань, но очень важную, он попытался раскрыть, я думаю, что раскрыл на своем выступлении. Продолжила наш саммит Светлана Таркайло, представитель компании «Койка» в России, и рассказала о том, как можно улучшить с помощью, естественно, продуктов «Койка» и особенно новинок «Койка» проект практически любой ванной комнаты. Это очень полезная история. Мне она всегда очень нравится, поскольку действительно практически любой проект можно сделать еще лучше, даже проекты именитых дизайнеров. Ну и как раз вот именитый дизайнер и закончил своим выступлением первый день саммита. На этот раз хедлайнером была Дженни Ясниц, архитектор из Санкт-Петербурга и руководитель студии дизайна Art Spice, которая наверняка вам знакома, потому что она принимала участие уже в одном из наших видео. Мы вместе с ней делали мудборд. Ну, точно так же, как и мудборд, ее выступление вызвало большой интерес, потому что Дженни рассказала о своем опыте создания классических интерьеров, точнее, новой классики. Ну вот, собственно говоря, новую классику мы и представили на вечеринке первого дня. Это была неоклассическая вечеринка, и мы впервые в Санкт-Петербурге показали в публике новую коллекцию Марселя Вандерса New Classic от компании Lauffen, которая, собственно, и была партнером этого выступления и этого вечера. На второй день нашего саммита мы опробовали новый формат. Ну, естественно, новый формат в рамках нашего дизайн-саммита. Это круглый стол. Круглый стол Made in Russia. Перспективы сотрудничества дизайнеров и российских производителей. Мы пригласили разные стороны. От производителей были наши партнеры Игорь Лобойко и компания Orange Park, проектная фабрика мебели, компания Бишко Lighting, ну и, конечно, Анатолий Бишко, ее основатель, идейный вдохновитель, эксперт, историк дизайна Ольга Косарева, ну куда же без нее, ну и, конечно, дизайнеров представляли также небезызвестные вам персоны. Это Дарья Майер, дизайнер интерьеров, архитектор, дизайнер Алексей Голуб и промышленный дизайнер Майя Прохорова, у которой в свое время мы также были в гостях. Очень интересная личность, и можем поздравить все Майю, она получила буквально недавно свой 6-й Red Dot. Большая молодец. Встреча носила довольно
довольно конструктивный характер. Обсуждались различные точки зрения и различные подходы к сотрудничеству. Зал был очень активен и задавал вопросы, и пытался участвовать в дискуссии. Были какие-то острые моменты, но с ними прекрасно справлялся также наш друг и партнер, основатель компании New Media Владимир Шевченко. Отличный модератор. Сергей Николаевич Кожевников из компании «Гиберит» – постоянный спикер нашего саммита, и его выступление заслуживает внимания. На этот раз он рассказал о том, как создать идеальную ванную комнату 21 века, не утаив никаких деталей и очень откровенно поговорив на многие, скажем так, деликатные вопросы. Если интересно, то посмотрите это выступление, опубликовано на YouTube-канале нашего партнера компании «Гиберит», и тогда все узнаете сами. Ольга Косарева, ну что уж там скрывать, скажем, самый известный эксперт в области дизайна, историк дизайна и критик дизайна в России, выступила нетрадиционной, опять же, темой, нетипичной для обычных выступлений Ольги. Она рассказала о том, как создать интерьер вне времени. То есть такой интерьер, который не будет подвержен изменениям моды и вот тем самым трендам, о которых мы все так любим говорить и которые мы так любим обсуждать после каждой значимой мировой выставки. Это было действительно очень интересно. Я думаю, то, что для многих это оказалось полезным. Если вы по какой-то причине не смогли присутствовать или не смогли посмотреть наши прямые эфиры, а я напомню, все лекции, все выступления спикеров транслируются в прямом эфире на нашем YouTube-канале, то вы можете зайти на сайт Ольги Косаревой, Design Lectoria, и приобрести доступ к этой лекции. Я думаю, то, что это будет хорошая инвестиция, и она себя точно оправдает. Ну и завершил наш саммит Дмитрий Ураев, новый директор по маркетингу компании Hansgrohe. Hansgrohe – это самый постоянный участник всех сезонов витрины. Мне кажется, они не пропустили ни одного, и в этот раз они рассказали, Дмитрий рассказал о новинках этой компании, которые были представлены на выставке во Франкфурте ИСХА-2019. То есть тема так и называлась «Ванная будущего. Взгляд из Франкфурта». Ну вот каким он оказался, смогли увидеть счастливые зрители, счастливые посетители нашего дизайн-саммита. На этом деловая часть нашего мероприятия закончилась, но мы, как всегда, продолжили ее увеселительной программой, и в этот раз мы провели пионерскую вечеринку по мотивам Дня пионерии, который состоялся буквально накануне нашего дизайн-саммита. Это не в первый раз, когда мы устраиваем такую ностальжи вечеринку, но она неизменна. Привлекает внимание наших гостей, и мы с удовольствием разделили с ними это веселье и вновь повязали пионерские галстуки. Я нисколько не сомневаюсь, что наш осенний дизайн-саммит привлечет также ваше внимание, и мы подберем классную команду спикеров, которая поделится максимально полезными знаниями с вами, которые вы сможете использовать в реальной работе с проектами, с заказчиками, на благо процветания хорошего дизайна в нашей стране. Поэтому следите за новостями. Если вы хотите вдруг стать спикером нашего мероприятия, то пишите, мы обязательно с вами обсудим и найдем какую-нибудь интересную тему. Если вы хотите принять участие в качестве партнера нашего дизайн-саммита, то также обращайтесь ко мне, и мы также придумаем, как сделать ваше участие максимально эффективным. В общем, оставайтесь с нами, следите за новостями, и будет не менее интересно не только на нашем канале, но и на нашем дизайн-саммите «Витрина», который пройдет 26-27 ноября у нас здесь, в дизайн-пространстве «Аквариус».